у него скоринг дает более высокое значение. То есть, если переводить на язык вероятностей, то выше вероятность, что человек не участвует в профсоюзе. И аналогично ему люди по характеристикам рассматриваемым. Но сейчас речь не о сравнении разных респондентов между собой по рассматриваемым характеристикам, а о рассмотрении роли категориальной переменной в линейном многочлении. Если мы берем линейный многочлен, в котором идут в качестве слагаемых предикторы, умноженные на значение их коэффициентов, и среди этих предикторов мы имеем n-ное число, относящихся к значениям категориальной переменной «страна», фактически такая запись математическая означает следующую содержательную интерпретацию. А именно, что в разных странах, из тех, которые мы рассматриваем, которые остались в модели, зависимость между интересующим нас параметром и остальными переменными одинаковая. Форма зависимости одинаковая. Различается только тем, насколько по оси Y сдвинута вверх или вниз линия зависимости. Проиллюстрирую. Вот у нас есть переменная удовлетворенность работой. И я посчитал скоринг для албанцев с разной удовлетворенностью работы. Вот сюда я перенес. Допустим, теперь я посчитаю скоринг для исландцев, поскольку человек не может одновременно жить и в Албании, и в Исландии, скорее всего, поэтому это переменную мы должны занулить. Итак, вот, кадр 17 – это Исландия. Для исландцев, у которых вот эти характеристики нулевые для простоты задачи, а вот это изменяется, получается вот такой скоринг. Тоже переношу направо. Итак, я делаю для 5 групп респондентов. Для тех, кто проживает в какой-то другой стране, для тех, кто проживает в кантри 11, кантри 14, в Исландии, в Албании и так далее. И строю